Сашка! Привет! Что у тебя за карабины такие огромные? Мы распаковываем Астрахань первую Айрис, потому что это моя любимица. Класс! Давай посмотрим сначала. У Алиски есть два супер новых набора Monster High. Но здесь два, а здесь один. Супер! Мы сейчас их рассмотрим повнимательнее и будем скорее распаковывать. Дай, Алиска, первую коробочку. Айрис, потому что я ее люблю. Айрис. Итак. Вот такая красивая куколка Айрис. Ну как красивая, такая одноглазая, на любителя. Вот, Айрис Клопс. Да, Алискина любимая девочка из этого мультика. Так, держи. Давай вторую коробку. Карабень. Карабень. Это два мальчика. Дьюз и Гилли, как он там? Короче, Гилл. Вот. Покажи заднюю коробку. Как вот такая красота. Знаете, как она? Сзади. Ну вот они, эти два мальчика персонажа, очень распространенные в мультике, достаточно такие. Главные герои, да? Одни из главных. Это не такая главная. Самое главное — это Дракулаура, Клодин, Клео. Ну да, они почти у Алисы все есть, вот, и мальчиков у нас не хватает в коллекции, поэтому вот такой вот набор. Ну что, с чего начинаем? С любимой куколки! Давай, открывай, посмотрим, как скотч. Же она выглядит. Скотч не откупоривается, это очень Давай, я тебе помогу. Где наши ножницы? Давай пока эту коробку уберем, да. Чтобы она нам не мешала, и будем открывать... Нашу Айрис. Послушайте пока песню Алисы. Это песня счастливого ребенка. Кто любит монстров Хай так же, как наша Алиса, ставим пальчики вверх. Кто любит вообще эту куклу, именно Айрис? Вот такая вот девочка. Почти уже она с нами. Так, что тут я достаю? Я ее не буду опускать из рук зрителей. Ставьте лайки, пока мама распаковывает. Подставочка. Вернее, кусок от подставки. Да, сейчас мы найдем вторую часть. Вот, а вторая подставочка. Часть нам. Какая красивая. У меня еще там каблуки идут, она будет классная. Да, с ней здесь прям наряды идут классные. Сейчас мы все рассмотрим. Друзья, посмотрите, какие шикарные сапожки. Вообще, ну как сказать, сапожки, босоножки. Вот, крутые, крутецкие, моднявые, вообще супер. Держи сапожки. Так, я пытаюсь орудить эту подставку. Так. Подставку. Опа. Тут еще браслет. Айрис, браслет. Угу. Браслет. Похоже на тон. Пиджачок, друзья. Мой пиджачок. Классный. Розовый. Держи. И вот такое шикарное платье с блестками. Прям все искрится и сияет. Держи платье. Так, поехали дальше. Что здесь у нас? Еще обувь. Вообще модная какая-то Айрис. Она что там, моду, что ли, любила в мультике? Да я откуда знаю. Скромненькая девочка такая. Скромненькая. Вот такие туфли. С веснушками даже. Классные. Зелеными почему-то. Прям модные. Держи модные туфли. Вот такой вот второй наряд. Вообще красотень, сама бы такое носила, держи. И сейчас у нас будет уже наконец-то Айрис. Распакована куколка. Айрис. Вот такая вот красавица Айрис. У нее еще здесь такие сапожки, лосинчики, туничка, волосы длинные.
зеленые. Красотка. Ну, держи. Нравится тебе такая? Да. Глазищ. Глазищ. Он же один. Глазищ. Так, ну что? Давай не томить зрителей, откроем второй набор сразу. Давай. Да. Пока ты... Да. Алисе уже ничего не надо. Да. Ну, давайте. Открываем, значит, Гила и как его там, второго Дьюса. Поехали. Кстати, кто еще не подписался на Алисин канал, срочно подписывайтесь. У нас всегда куча всего интересного для вас. А, вот, например, сейчас... Ой, господи. Кусочек. Минуточку внимания. Сейчас они появятся. Гил и Дьюс. Опа, все, коробочка раздумана. Дай пощупать все. Дай пощупать. Тапки. Ой, еще тапки. Тапки. Нет, крутяцкий набор. Сейчас мы его рассмотрим. 4-5. 5 листа. Так, я что-то открыла. Вот что это? Отдай. Это какие-то аксессуары. Сейчас отдам. Айрис. Посмотрите, какая красотень. Алиска, тут какие-то монстряшные напитки. И они, походу, играют в какую-то игру. Смотрите, тут даже кубик есть. Посмотрите, какой красавец. И кеды у него крутецкие. Держи тебе, мужчину. Ой, он прям, он даже выше, да? О, крутые вообще. Мне очень нравятся эти Monster High. И вот он, второй мальчик. В каком-то водолазном снаряжении, в сланцах, чтобы ему было удобно по пляжу гулять такой. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Гил, и я рыбка. Держи. Держи, Гила, рыбку. Ой, у него даже тут эти, на ножках есть жабры. Так. Ну и паспорт. Мультипаспорт. Вот такая крутецкая у нас была сегодня распаковка. Да. Алиску не видно. Она погрязла в новых игрушках. Ну что, пошли знакомить этих монстров с нашими уже монстрами, которые долго живут у Алиски, да? Да. В школу монстров пойдем, в замок их. Да. Она играет в планшет. Прямо как наша Алиса. Ну что, давай тогда прощаться с нашими зрителями. Пока. Алиса! Всем пока и подписывайтесь на какой канал? Мисс Элис. Мисс Элис. Пока-пока, воздушный поцелуй.